Завтра запуск, и в чем проблема? В том, что там летает патрульный вертолет над космодромом. Вертолет. Вертолет. Понимаете, вертолет патрулирует территорию космодрома, а мы собираемся туда нелегально проникать. Взяли с собой компас на случай экстренной ситуации. Еще 22 километра, это до хера. Конечно. Пока что только 8 прошли, да? Да. По-прежнему нас преследуют наши прекрасные ФСБшники. Или непонятно кто. Но они нас не особо преследуют, потому что, наверное, еще не заметили, по крайней мере. Вон они там стоят, точки такими. Километра 3 до них, может быть, 4. Ориентиры практически утеряны. Что-то непонятно, куда-то пропали. Они даже свет с космодрома не видно. Сейчас ползли ползком. Постепенно вот. Пока что мы обошли два поста охраны, которые прожекторами высвечивают степь. В степь прямо светят огромными мощными там пункты. Такие чуваки сидят. Мы так вообще сюда проходили только что, это было вообще жесть. Несколько заборов, рвы, каналы, мы ползли ползком с Максом. Охренеть просто. Макс, с кем ты еще ползком ползал? Да. Я больше с тобой никуда не пойду. Макс, я тебе больше скажу, нужно еще выбраться отсюда будет. Потому что это жесть. Я нахожусь в кресле космического корабля «Буран». И сейчас мы наконец-то покидаем Землю.
лодку, поплыли, сад, вертолеты, квадрокоптеры. Вот так, но меня ребят учили, надо будет, я пешком дойду. С той стороны находится трасса, 70 км. На мотоцикле все нормально работает. Это очередная площадка. Перед просмотром шахтной пусковой установки покажу просторы, общий вид. Это космодром Байконур. Абсолютно один. Пока давно закончен. Кубы уже начали высыхать 60 км за трассу. Абсолютно один, да. Не только, ребят, я думаю, никогда, ребят, не повторяйте. Здесь ничего не промоделировано. Это никакая не игра. Я сам этого хотел. Меня этому учили. Выполнять задачи в одного. Да, и вот смотрите пейзажи. Да, я знаю, потом дома на диване с кружечкой пива. Это будет так прикольно смотреться. Блин, ребят, воды реально у меня нету. We'll be right back.